замечательную песню. Знаете, еще была очень крутая группа в моей молодости. Это «Гости из будущего». Поэтому, девчонки, если есть те, кому нравилась эта группа, ну и парни, конечно же, давайте споем все вместе. Замечательную песню. Это сегодня. Алексея Василькина. Или не подписывайтесь. Спасибо большое. Это ваш личный выбор. Аккуратно, аккуратно. Подписывайтесь.
Грозная кислюда. Теперь рассказываю конкретно. Как я провел это лето? Да. Это лето два года. Это лето было прекрасное. Бывал в Одессе. В Одессе понравилось, кстати говоря? Да, да. Море это говно, а так вообще люди душевные. В море зеленое было? Пиздец зеленое. Да? Просто по колено, блядь, с этой хуйни. Да, он наворачивает, говорит, чистое море. Да не, море говно. А в каком месте? Ну зато люди охуенные, блядь, пары охуенные, да, тусовки охуенные. Меркантильно. Так я к вам начал понял, как относиться к этой игре. Кому к вам? Я узнал, что вы, я узнал, что вы говняные евреи. Кому к вам, ты говно? Ты горбатого, он не лепина.